вот он, торговый центр. Очень много людей. Сегодня первый день он открыт. Посетителей много. Буквально во всех отделах людей очень много. Потому что посетители, жители города Сочи привыкли ходить за покупками в Маримолл. Здесь и отдых комфортный, и цены приемлемые, и ассортимент очень большой, потому что действительно торговый центр очень большой. Но вот он был закрыт. И как только объявили, что его открыли, люди все пошли сюда за покупками. Вот она, эта красота. Я ее снимаю, пытаюсь снять с другого ракурса. Вот, посмотрите. Ну, я имею в виду фонтан. Вот так красиво он здесь играет. Вот. Бывает, конечно, очень такая интенсивная музыка. И очень хорошо, красиво играет. Но водичка чистенькая, конечно, поменяли, все помыли. Но и приготовлено все для людей. Вот здесь такой динозавр. Он очень нравится детям. Дети все к нему подходят. Смотрите, вот такой динозавр. Дети вообще любят динозавров. Он из конструктора построен. Вот такой, такой небольшой. Это детский центр здесь. Лего-город вот. Здесь проходят платные занятия для детей по Лего. Друзья мои, сегодня я вам показала небольшой обзор открывшегося в Сочи супермаркета Маримолл. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал.